Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 19 ноября является самым успешным днем. Обязательно откройте окно и запустите к себе удачу. В сегодняшнем видео я вам расскажу, что обязательно нужно сделать. На 19 ноября идет растущая луна, наступившая спустя пару дней от новолуния. По сути, энергии еще мало, но она постепенно будет нарастать с каждым днем, мотивируя вас браться за большее количество работы. На вашей стороне идет знак зодиака Козерог, пробуждающий желание работать. День окажется благоприятным, и вы сможете разумно тратить свои силы. В этот день вы можете обогатиться, закрыть все важные вопросы и при этом не выкладываться максимально. Козерог прокачивает высокий уровень концентрации, поэтому на все сложные дела вы потратите меньше времени, чем обычно. Благоприятно влияет и кармический календарь. Он усиливает умение договариваться и решать сложные задачи в этот день. 19 ноября вам гораздо проще будет добиться успеха, особенно если у вас есть конкретные цели. День наполнен приятными неожиданностями, встречами и интересными сюрпризами. В этот день успех придет к тем, кто сегодня открыт, кто действует разумно и сосредотачивается на конкретных заданиях. Просто правильно тратьте свои силы, и у вас все получится. Но и также этот день очень хорошо благоприятен для того, чтобы запустить к себе в свою жизнь удачу и успех. Вам всего лишь навсего нужно будет 19 ноября в течение всего дня. Достаточно только открыть окно и сказать такие слова. «Окно открываю, удачу и успех я запускаю». Да будет так. Сказали один раз и все, и можете заниматься своими делами. И вот именно в этот день вы можете запустить в своей жизни удачу, успех и добиваться максимально результатов. Это идеальный день для того, чтобы добиться больших успехов и избавиться от проблем на весь год.